всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, это подводка к видеоролику, как я обещал, сегодня у нас 4 ноября, соответственно, видеоролик уже посвященный новому обновлению вышел. Дальше я хотел бы потестировать хопперов с кризисом, я зашел на свой тестовый аккаунт, плюс позвал Соклана Ярика, у которого также есть кризис с хоппером, покатали... Результат вы, в принципе, увидите, там всего лишь, ну, такие каточки, знаете, так, ну, за 15 минут 30 звезд, да, 5 боев, там, по 2 минутки бои, нормальный баланс, легкие бои, ничего такого сверх жесткого, интересного, ну, а так, если серьезно, да, то это очень жесткая имба, поэтому смотрите, и у кого есть хопперы и кризисы, это, конечно, отличный буст для вас, чтобы начать нереально жестко фармить. Всем желаю приятного просмотра, обязательно прожимайте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и надеюсь, вам данный видос зайдет, но я, конечно, немножко приофигел. Получается... Пошли регби. Я тебе говорю, в регби будет просто улет. Ну ладно, хорошо, все, хорошо, окей. Голос захватла. Но он будет все равно улетать жестко. Даже в регби. Не, ну для хоппера это все, это до свидания. 6 на 6 это просто до свидания. Это все, это GG. Да я уже увожу. А-а-а, не увожу. Блин, у меня резистов нету. Это жесть. Че, теперь резы надо менять постоянно? Без резов такое себе катать. Блин, не... Да этот фриз не, не морозит. Он у меня тут нету. Рика с плазм. Не могу привыкнуть к тому, как он поворачивает. Ну давай, давай, подберись. Ну, ну! Блин, все равно врезался в стенку. Давай, 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 давай. Оп, ёб твою. Как я врезался? Да, у нас. Пять я врезался. Вернешь? Да. На стрейфах. Найс тема. О, давай, 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 я сейчас еще один такой же увижу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, только не морозь, не морозь, пожалуйста, 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 пожалуйста. Нету. О, найс. У меня же здесь вообще нет устройства. Нас увезли. Давай, я уже жду. Я готов. Давай. Оп, легенькая. Вон, 2,5. Оп, оп. Оп-оп. Но все равно в дрифт какой-то вошел. Непонятный. Ой-ой-ой-ой. ХП. Блин. Ну и что, ты покатал? Фарм нормальный? Да фарм. Ну, фарм такой. Не особо изменился, но больше фарма на мест. Ну не так оно. Много было, много фарма. Ну проще стало. Ну, да, да. Меньше, меньше фокусят. Типа танков-то на 2 меньше, соответственно. Соответственно, тебе это проще уже. Угу. Танка-то на 2 меньше, значит тебе проще получается катать. Ну да, да, да. Просто ХП добавили, добавили как будто еще скорость. Ох! Трибьют. Может,
О, привет! Видос записываем. Да, уже видосик. Ну, я серьезно. Ты думаешь, я рофлю? Не-не. Ну чё, как тебе, Миш, обнова? Мне интересно, какой видос ты смотришь. Я на кризисе сижу, на другом этапе. Так расскажи, что думаешь по обнове? Ну, не знаю, с одной стороны вроде бы интересно, с другой стороны вообще. Шляпа усатая? Да, то есть плюсы были. Согласен. Давай, сколько мы будем? Ай, блин, Ярик, я застрейфился. Да ну нафиг, ну куда мой корпус поворачивается? А, нет, нет, пожалуйста, нет, пожалуйста. Ладно, все, я улетел. Всего доброго. А, у нас увоз. А, знаешь, ты скинул? Так скинул, чтоб ты увез. Чтоб я вернул. Не, ну мало времени. Ничего страшного. Ну это уже нормально. Минута 40, 4-0. Найс, найс, люблю игру. Люблю танки. Мы, ну убивать, конечно, долго. Долго убивать. А где флаг? Найс, найс, найс. Найс. Ну вчера нам с картами особо не везло. Ну пока норм. Ну да. Угу. Бобруйск. О боже, какие звания против. Да не, все, хоппер это, ну, типа это. Ух! Найс, я с подъема полетел. Люблю игру. Так сказать. Не, нормально, наверное. Если. А, я сгорел. Ну там поставить типа. Найс, я с подъема полетел. Вот так я полетел. А второй раз, кстати, не полетел, что за ерунда? А типа как пойдет? Ну, типа, там текстуры, понял? Да я понял, какая-то дичь. Что там ставят? Они у нас все на базе. Я рушу. У них, кстати, там на базе, это не важно. Всего доброго. Ну, куда ты повез, алё? Алё. Да, но мне надо вернуть теперь. Еще увезти. Да. Ну, такая игра. А если я сейчас тут с подъема вылечу? Уф, ну так неплохо полетел. Пойдет. Ставишь? Давай, 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 давай. Боковым стрейфом. Тут пол карты боковым стрейфом можно пролететь. Ууу, я не поставил. Ой-ой-ой, теперь крутишься как овощ. Найс. Ну там уже надо вести последний, да и все. 2 минуты. Долго играем. Целых 2 минуты. Ну ладно, тогда я деф. Нормально. 2.08. Чисто 2.08 катка. Ты чувствуешь, когда ты сыграл 3 боя за время одного боя? Боже. Не, ну по звездам это фарм жесткий, типа. Ну, если, например, ты выиграл бы на звезды. Ну, молотов. Молотов тупо на дом, да, сейчас залазишь. Да я тут смотрю, тут уже все нормальные карты получаются. Ну да. Не, ну этим нормально, кстати, на мышке с трейфом. Ну блин, нафига ты брал, объясни мне. Не-не. Вроде все так же самое.
Не знаю. Ну я, может быть, не ощущаю разницы, потому что я тогда еще, ну как бы я вчера, когда катал, я же не привык, я первый раз играл на мышке. Типа я не чувствовал особо разницы. Мне наоборот хочется, чтобы чуть побольше он дрифтил. У меня сейчас как будто ощущение, как будто он все равно мало дрифтит. Ну блин, ну нафига они флаги тырят? Ничего. Это что, минута катка? Да, ну на, минут 12. Ну, минута 15. Вот, нормальные бои пошли. Люблю танки. Кто? Алекс Королёв? Я не знаю, что... Да, я понял. А, короче. А у меня нету иммунитета от приглушения. Сейчас посмотрю. У меня вроде что-то было на хоппер. А, не, у меня ничего нет. Чалька. Я пробую возить. Ага. Она уже смотрит. Да я солю его, солю, солю. А главное, чтобы он просто несел. Ну, значит, он не сведется. Не успеет. Все? Да, 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 да. Он не едет сейчас. Вот это его я еще не вижу. Я не вижу его. А. Так он стоит просто. Он тебя хочет поймать. Я его поймал. О, чё? Я в минус упал. Я в минус упал. А чё за рофу? Я, короче, на него прожал, и он прожал в этот же тайминг, короче. И получилось, что я улетел в минус. Я не понял как, но ладно. Он улетает, он улетает. Меня поставит. Ладно, я его сейчас нагну, если он поедет на меня. А я не везу, я от него. У него пол хп без аптечки. Я увез. Да, я увез. А, нет, смока нет. Ой. Он уезжает. Ну, если я не вернусь, я уеду. Ну, он тоже там уже на доставке смотрит. А, пока на Сандоре. Я расстроен. А куда, кстати, не взять, если это попасть? Я не вижу. Ну, овером-то можно. Об эти дома, кстати, нельзя с трейфом подняться? Я на дом под... Дома нет. У меня... А, я понял. Просто может ставить. А, нет, только там нет. О, ёлка. Ладно, я не знаю. Да ладно, я сейчас повезу, наверное. Я успею. Должен. А, нафига наш тип взял? Давай. Нет. А чё у него не скидывается? А у него кто старый делает? Ну я верну. Да, зря только овер просрал. Ну чё, он ставит, не? Я хз, нет, у нас там увозят, да, мы поставим. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. А он у нас не может меня забрать, да? Ну что за ерунда. Я уже нагнули. Да, сейчас, конечно, нарезы менять. Актуальная тема. А не сидеть на одном. Печально, что у меня на этом аке только 3 реза. Если бы были бы резы, было бы неплохо. Да,
Ну, блин, конечно, если мы за 2 минуты катали пятки. Типа уже подольше. Ну все равно, видишь, карты все стали более удобные под хоппер. Тебя не бросает на всякую говно. И плюс 6 на 6 дает возможность тебе меньше попадаться с теми типами, которые пикают даже в один тайм. Но мне карты больше. Ну да. Ну, и скорее всего он потом не добиться этим моих проблем ожидания. Ну да. И чтоб ты играл не каждый раз с одним из тем, а то Это да. Если папа падает, да? Да, да. Интересно. А, зачепился. Я ставлю. Я не хочу. Чем занимается на наш план? 3-0. О, гол! Можно гол поймать. Ладно, мне кажется, я успею увести и еще. Да, я видел, видел. И мне кажется, я успею увести и еще и доехать до голда. Он летит уже? Я не вижу. Да. Он нас увозит. Да, да, он увозит. Надо, чтобы вернул кто-то. Давай, я стрейфлюсь. Стою просто на стрейфах. Лево-право, лево-право. Ну, 2 минуты нормально. Идет.